Раск. Раск выкатывает из ворот. Пас на синюю линию. Викстранд перевел на левый фланг. Команда играет в формате 5-4. Бросок и шайба от Линдхельма отскочила в сторону. Шведы продолжают ее контролировать. Еще бросок и шайба в воротах. 2-0. Сборная Швеции увеличивает свое преимущество, забросив обе шайбы в большинстве. А вот, смотрите, и шведские болельщики. А мы смотрим повтор эпизода. Вот здесь Викстранд набрасывает шайбу. И, похоже, не было там подставления от партнера. У меня такое ощущение, что... Ну, хотя сложно. Там Линдхельм перед вратарем располагался. Давайте вот тут рассмотрим. Ну, давайте, хорошо, дождемся объявления. Они-то там...